Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что тариф на газ составит более 6 лев 20 банов. Окончательное решение по этому поводу примет Национальное агентство по регулированию в энергетике после того, как Молдова-Газ представит расчеты и направит запрос о корректировке тарифов. Гаврилица отметила, что правительство не оставит своих граждан один на один с большими счетами посреди зимы и поможет людям со скромными доходами, а также тем, кто потребляет небольшие объемы газа. По словам главы Кабмина, возможное повышение тарифа будет обусловлено более высокой закупочной ценой, по которой платит за газ Республика Молдова, а также некоторыми финансовыми отклонениями, которые могут быть включены в тариф. «Мы можем ожидать, что тариф составит более 6 леев 20 банов. Таков самый высокий тариф, по которому нам приходилось платить ранее, в 2012-2014 годах. Не знаю, достигнет ли он 10 леев, это мы узнаем по итогам расчетов «Молдова-Газ» и «НАРЭС», сообщила Гаврилица в эфире одного из телеканалов. В то же время, как рассказал министр труда и социальной защиты Марчелос Петаро, у правительства есть механизмы поддержки населения в холодное время года в контексте повышения тарифов на природный газ. У нас есть механизмы поддержки, которые предусматривают компенсацию по строгому сегменту роста цен на газ. В настоящее время центральные власти находятся в процессе анализа. Мы не знаем точно, каковы тарифы, мы не знаем пока других деталей, но у нас будет общая компенсация для всех потребителей газа, которая будет добавлена к текущим надбавкам, действующим в холодный период года. Министр также отметил, что когда будут известны все детали, касающиеся тарифов на газ, то вместе с Министерством финансов и другими госструктурами власти смогут прояснить все, что касается справедливой компенсации. В ноябре Республика Молдова платит «Газпрому» около 450 долларов за 1000 кубометров природного газа. В настоящее время тариф для бытовых потребителей составляет 4 лея 20 банов.